вопросам. Уважаемые коллеги, прежде чем начать свое выступление, я хотел бы пожелать творческой работы всем участникам конференции. Целью настоящего доклада является исследование вопросов, относящихся к процессу трансдеривации болгарских катахолексем под влиянием русского языка. Поэтому хотелось бы обратить внимание на тот аспект контактологического подхода, который связан с формализацией словообразовательной адаптации в болгарском контактологическом словаре. Но прежде чем мы рассмотрим типологию трансдеривации, необходимо сказать несколько слов о проекте составления контактологического словаря славянских языков и определиться с терминологией.